Премьера на национальном телевидении «Чуваши». Новый сезон программы «Качество». Осень – время солить овощи. Пожалуй, в нашей стране уж точно не найдется человека, который бы не любил маринованных огурцов или же квашеной капусты. Чем опасны некачественные консерванты? И где в Чувашии овощи солят и маринуют по старинным рецептам? Только из натуральных продуктов – соль, морковь и капуста, и все, больше ничего. Смотрите 27 октября в 20:00 новый выпуск программы «Качество».